Депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что украинская армия при помощи США и Великобритании реформируется, чтобы нанести удар по Донбассу и Крыму. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Депутат утверждает, что в ближайшее время украинская армия станет крупнейшей в Европе и начнет атаку. При этом Соединенные Штаты и Великобритания окажут техническую и огневую поддержку Киеву.